Сейчас я рассыпаю разные мячи, то есть белый ДХС одну звезду и желтый без звезды. Я должен буду такие разные мячи на кадр послать параллельно, то есть отсюда в сторону форы. При этом ноги я ставлю правильно в столу. И как бы вот, если я помню, что нужно нижней и средней части ракетки, что провожать мяч сквозь мяч с поворотом корпуса и с ускорением на мяче, тогда и мячи без проблем приходят. Как только какой-то параметр забываем, все, мячи перестают идти. Как только я вот это контролирую, каждый мяч приходит вот взять туда. Чуть-чуть забываем, все, мячи сразу уходят совершенно. Не контролируем сеть, за стол, куда угодно. Вот я сейчас попробую вот эти разные мячи поработать в эту область. От форы или все где попало, они прыгают, они визуально отвлекают внимание, трудно сосредоточиться на приходящем мяче, поэтому приходится их откидывать, действительно мешает. И еще один момент, что вот я потом смотрел на пятно на ракетке и не могу сказать, что все мячи приходят в нижнюю и в среднюю часть, в основном как бы сосредотачиваются в верхней и вот как бы вот так вот наискосок. Вот в этой части ракеты. Нужно постоянно мне помнить, что нижней части, как только нижней части работают с ускорением и поворот корпуса, мяч приходит туда.
нижней части, нижней. А я делаю серьезно.